Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Вы на канале «Все будет хорошо» и с вами я, Елизавета. Сейчас идет Масленица. Я заболтала блинчиков. Вот. И так густо. Сейчас я кипяточком разбавлю. Вот. И дальше все вроде без комочков. Вот, даже до пузырей, до пузырей. Пузырей. Вот. Так, вот приготовила абрикосовые варенье, достала. В банке закрывала. И малиновые. Вот. Ах, малинка какая, да? Там где-то целыми попадаются. Но у меня такая малина, она какая-то рассыпчатая, сочная, очень сладкая. Раньше у меня была такая колпачками она. Но она не сладкая была какая-то. Это вот. Так что и с малиной, и с абрикосами. С чем вы хотите. Сейчас я наложу. Вот, значит, сейчас с кипятка и буду печь. Не прощаемся. Так, вот, друзья, залила я кипятком. Вот, пожиже стало. Может, если будет густовато, может, еще добавлю. Знаете, рецепт я не могу вам сказать. У меня здесь 3 яйца. Не знаю, я вот молоко, на молоке я делала 3 яйца, муки сколько, не знаю. В общем, главное был бы результат. Вот. Так, вот варенье малиновое. Мне, как всегда, темнота на кухне. Вот, и сейчас покажу. Смотрите, какое варенье. Сейчас я вам покажу. Абрикосовый, да? О, как джем. Вот так. Ой, да. О. Какая страсть. И не вытащишь. Что-то оно так. Пектина много. В общем, это не варенье, а джем какой-то получился у меня. Вообще-то я не часто варю варенье. Сейчас мне нельзя сладкое. Вот. А это раньше, конечно, варила. Но абрикосовые для нас дорого. У нас абрикосы здесь не растут. Привозят их. Не такие дешевые они. Вот. Но сейчас будет процесс выпекания блинцов. Вот. Это абрикосовые. Выпекание блинцов. До встречи. Не будем прощаться. Ну вот, друзья. А вот и первые блинчики. Перевернула. Думала, фиг и знает. Вдруг не пойдет. Вот. Это такой поджаристый. Это такой серединки. Вот. Пошли. Так, ну все. С Богом. Буду дальше допекать. Так, ну что, друзья. Напекла я блинцов. Вот какие получились. Ну, не такие, конечно, как какие мне хотелось. Но бывают всякие. Это я их задом, ну, как кверх тормашками, на другую сторону переложила. Вот, а так. В общем, начинять самое то. Вот. И как раз с вареницем. Вот. Вышло, не знаю, сколько у меня блинцов.
Так, друзья, если завтра я не отвечу кому-то на комментарий чей-то, да, я уеду сегодня в ночь в Москву. У меня умер дядя. 60... На 69-м году, по-моему. Вот. Такой худенький, шустрый был. В 3 авариях побывал. А это вот на тебе. Ну, ничего. Не буду я вас нагружать. В общем, с масленицы вас. Вот. Здоровья вам. Мира всем. Главное, мира. Здоровье главное. Мы уже не знаем, что желать сейчас друг другу, правда? Уже как бы... То была это... Ковид этот был. Сейчас это война. И уже не знаешь, и как общаться с людьми. Как бы... У меня ко всем положительное... Вот как бы я ко всем хорошо отношусь, что русские, что украинцы. Это верхи, там политика своя. В общем, мы не будем лезть в эти дела. Так, так что с масленицей вас. Всем пока. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И оставляйте комментарии. Я их прочту. Может быть, завтра буду в дороге читать. Ехать где-то 5-6 часов. Ну, смотря какая дорога. Мои дети доезжали. В общем, они и за 3 часа, и за 4 я вот тоже доезжала. Ну, смотря куда, конечно, в какое место, в какой район. Так, всем пока. С вами был канал «Все будет хорошо». Я Елизавета. Пока-пока.